Так, согласно федеральному закону об общих основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации, решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию средств массовой информации не позднее, чем через 5 дней со дня его принятия. Закон Саратовской области о выборах органа местного самоуправления Саратовской области установлен, что днем голосования на выборах органа местного самоуправления является 2 воскресенье сентября, года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов. Решение о назначении выборов должно быть принято соответствующим представительным органам муниципального образования. Согласно 18 статье Устава муниципального образования города Балакова, полномочия Совета муниципального образования относится принятие решения о назначении выборов депутатов Совета города Балакова. Срок полномочий Совета муниципального образования города Балакова 4-го созыва истекает у нас в 2023 году. Соответственно, выборы депутатов Совета муниципального образования города Балакова 5-го созыва должно быть назначено решением Совета города на 10 сентября 2023 года. За, против, воздержались.